Гастрономический фестиваль «Шадринский гусь» вышел на новый уровень. На знаменитой торговой площадке Шадринского района, где летом проходит возрожденная Крестовско-Ивановская ярмарка, открылся Крестовский торжок. Именно на открытии торжка и был дан старт гастрономическому фестивалю «Шадринский гусь». В этом году объединенными усилиями города Шадринска и Шадринского района фестиваль вышел на межмуниципальный уровень. На мероприятие прибыли представители правительства Курганской области, главы муниципальных образований, депутаты областной, городской и районной дум, и многие другие почетные гости. Мы являемся участниками исторического события. С перерывом в полтора века сегодня начинает работу Крестовский торжок, который послужил в свое время, чуть на отдалении находясь, открытию и установлению Крестовской Ивановской ярмарки. Это способствовало развитию территории Шадринского края, и многое продавалось на этой ярмарке и на торжке для того, чтобы люди здесь жили, растили детей, строили дома и надежно корнями своими в родную землю, в родной земле держались. Торговая площадка удачно развернулась вблизи федеральной трассы Екатеринбург-Курган, по которой ежедневно проезжают тысячи человек. Поэтому в этом году решено расширить временные рамки продажи местных товаров и сделать торговлю круглогодичной. Для этого на территории постепенно будет создана вся необходимая инфраструктура. Шадринский район является ведущим районом нашей области по производству сельхозпродукции. Кроме того, является единственным районом области по производству хлебобулочных изделий, и население данного района обеспечено этими продукциями. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие еще раз говорит о том, что сельхозпроизводители данного района будут себя показывать с самой лучшей стороны, и все проезжающие по данной федеральной трассе будут видеть наш потенциал, нашу продукцию экологически чистую. Помимо торговых и выставочных экспозиций, гости поучаствовали в насыщенной развлекательной программе, а также отведали гуся в рамках конкурса на лучшее приготовление блюд из птицы. По итогам дегустации победила дружба. Пришли к выводу, что все-таки побеждает дружба. Очень сложно выделить, очень сложно. Все вложились с энтузиазмом. И поэтому тот приз, который был запланирован, вот такой индюк крестьянско-фермерского хозяйства «Маркин», мы решили, наверное, запечь его на подведение итогов с главами сельских советов на итоговой конференции. Еще одна торговая площадка развернется ближе к Новому году, но уже в центре города. Ярмарка «Шадринский гусь» пройдет 24 декабря и станет вторым этапом фестиваля. Финал мероприятия состоится в Рождество в ресторане «Урал» и кафе «Миссис Хадсон Паб». Гостей ярмарки ждут народные гуляния, конкурсы, игры и дегустация блюд из гуся. Каждое предприятие общественного питания будет радо видеть гостей в этот день. Ждем вас 24 декабря, а также 7 января на продолжение фестиваля гастрономического кулинарного «Шадринский гусь».